свіжскага замку музею звольнілі шматгадовага дырэктара. І толькі за тое, што над пабудовай улетку залунаў бел-чырвона-белы сцяг. 21 гадзіна ў Беларусі, распачынаем аб'єктыў у студыі Кірыл Смяглікаў і ў скароце пра асноўныя тэмы дня. КДБ знайшло новых сакральных тэрарыстаў. О терроризме нужно говорить, когда он доказан, когда проведены многие экспертизы, допрошены многие свидетели, да, и, собственно говоря, дело уже направлено в суд. Литва расследует садизм и гвалт белорусских силовиков. После того, когда будут выданы ордера на арест, когда через структуры Интерпола во всех странах мира можно ожидать арестов виновных. Стачки и забастовки працовных не спыняются. Если тогда это был эмоциональный порыв такой, да, то сейчас это такой осознанный протест людей смелых. Больш за 9 сотняў палітычна матываваных крымінальных справаў зафіксавалі праваабаронцы ў нашай краіне. Галоўны артыкул – масавыя беспарадкі. Аднак цяпер пачаліся і крымінальныя справы за нібы тэрарызм. І зноўку па ўжо вядомым сцэнары КДБ і міліцыя знаходзіць бомбы і гранаты. Ярослав Сцешык працягне. У лістападзе генеральная прокуратура і міліцыя паведамлялі пра крымінальныя справы аб пашкоджанні чыгункі, ды падрабязна апісвалі спосаб, як замкнуць рэйкавыя ланцугі, каб цягнікі не ездзілі. А цяпер ужо віцебская прокуратура разам з КДБ заяўляюць пра знойдзеную самаробную выбуховую прыладу каля чыгуначнай станцыі Адамава ў Полацкім раёне. Спецслужбы распачалі крымінальную справу аб пагрозе тэрарызму. Цяпер шукаюць вінаватых. Публікаваць матэрыялы любога следства на самым пачатку варта толькі тады, калі трэба знайсці падазраванага, кажа былы прокурор. Выкладываць матэрыялы любые первоначальных следственных действий я лично считаю непрофессиональным. Тым не менш, яшчэ одну крымінальную справу аб тэрарызме напярэдадні показалі усе дзяржаўныя тэлеканалы. КДБ і міліцыя нібыта знайшлі цэлы арсенал выбухоўкі, гранатаў, зброі ды боепрыпасаў, ды вызначылі і показалі лідара тэрарыстычнага атраду. Гэта былы палітвязень Мікалай Аўтуховіч. По этому делу задержаны 8 человек. Кроме тех, о ком мы говорили, Антон и Ирина Мельхер, Ирина Горячкина, Павел, Сергей и Любовь Резановичи. Преступники прятались в разных городах. Действовали как организованная группа. Пароли, явки, конспиративные квартиры. Степан Разанович – православный святар вёскі Степанки Жабінкаўскага району. Мясцовыя жыхары просто шакаваныя абвінавачаннямі святара, ягоных жонкі ды сына у падпалах, падрывах і ўзброеных нападах на міліцыянтаў і прыхільнікаў Лукашэнкі. Он вроде бы нормальный, он был такой, не конфликт, не сильно конфликтовал. Ни он, ни матушка. Я прихожанка, я плакала целую ночь. Я не знаю, ну, души человек. Я не знаю, или это ошибка какая-то, или что. Поверьте, но я вам серьезно говорю. Он, когда делал, в конце службы делал проповедь, читал всегда, он всегда за мир просил прихожане, давайте будем молиться. Поверьте, я плачу. Гаворка не только об презумпции невиноватости до судового выроку. Показать видео и фото справы, расповести, что ведомо следшим, и одночасово шукать незатриманных соудельников, это шкодить следству, меркует эксперт. О терроризме нужно говорить, когда он доказан, когда проведены многие экспертизы, допрошены многие свидетели, да, и, собственно говоря, дело уже направлено в суд хотя бы. Гэта ўжо здаралася не раз. У 2010-м, пасля крывавага разгону пратэстаў супраць фальсіфікацыі выбараў, дзяржаўнае тэлебачанне паказала кадры гаража, дзе нібыта знайшлі заточаную арматуру і аўтаматы для баевікоў. Потым аўтаматы з арматурай бясследна зніклі. Пазней была справа Белага легіёну ці справа патрыётаў, але дзясяткі затрыманых нібыта баевікоў-нацыяналістаў выйшлі на волю. А ў арсенале зброі ды боепрыпасаў, паказаных дзяржсмі, эксперты апазналі страйкбольныя прылады і макеты. Справа развалілася. Летась у праціўніка акумулятарнага заводу ў Берасці Майсея Масько знайшлі нібыта выбухоўку і патроны ў аўтамабілі. І зноўку справа развалілася. Таму і цяпер не ўсе грамадзяне вераць БТ. Хлусня на постном масле. Мерзавцев, которые сейчас под нацистским флагом бегают, очень много. Это дурачьё. Это оттуда, вон, с запада.
все это идет. Для меня пока что нема доказов, и я веду с подара Микола Утуховича, ну, как человека, то, что он робил для Беларуси в своем родном городе. И, але самое головное, навык не то, что верую я зараз следству тене, я просто не верю белорусскому державному телебашению уже давно, шмат год, тому все, что они робят, это фейковые картинки. Утухович еще с 2005 года был осужен. Да за что? Это лидер предпринимательского руха. Бизнесовец с Ваукавыску Миколай Аутухович 10 годов тому был обвинаваченным у криминальной справе о подрыхтовце теракту супрасть наместника министра податков и сборов и старшини городенского облвыканкаму. Але ни выбуховки, ни гранатометов, которые на початку фигуровали у материалах следства, не знайшли. И тогда Аутуховича посадили на 5 годов за 5 незарегистрованных паляўнічых патронов. Ярослав Стешек, Белсат. За гвалт и катаванне силовиков откажуць усе виноваты. Генеральная прокуратура Литвы распачала досудовое расследование злачынцаў супраць человечности по скарде громадянина Беларуси Максима Хорошина. У Менску падзею уже назвали умяшальніцтвам во внутренние справы краины. Подрабязней про процесс Игорь Станкевич. Максим, кто бил? Уладальника кветковой крамы Максима Хорошина затрымали 13-го кастрычника. Невядомые сбили его и отвезли у першамайский РУС Менску. Оттуль мужчину забрала хуткая допомога. Праз некалькі дзён ён з'ехал у Литву. 30 листопада потерпелый при допомозе штабу Светланы Тихановской звернулся у прокуратуру Литвы. Сегодня было возбуждено дело и подано в Генеральную прокуратуру Литвы по моему делу. То есть оно, я думаю, что оно будет продвигаться с каждым днем все больше и больше. Это точно не быстрый процесс, но в течение какого-то времени мы точно добьемся справедливости. Генеральная прокуратура Литвы распачала расследование у межах универсальной юрисдикции. Гэтая международная процедура дозволяя іншим краинам притягивать до отказности злочинцев за отвольное затримание, катаванне, выкрадание да забойство людей. Эти преступления не имеют сроков давности. После того, когда будут выданы ордера на арест, когда через структуры Интерпола во всех странах мира можно ожидать арестов виновных, где бы они ни появились. Штаб Светланы Тихановской рыхтуе документы белорусов не только у Литве, але и у інших краинах. В рамках того, что там происходит сейчас, вот эти террористические акции в отношении мирных граждан, любой преступник может найти себя через некоторое время в списках Интерпола. Безнаказанность закончилась. Отвечать будете за каждое преступление. Разом с тем, белорусские прокуратуры и следственный комитет не распачали ниводные справы по водле больше, як 2000 заявов про катаванне сбоку силовиков. А так само забойство Александра Тарайковского, Романа Бондаренки да інших удельников протестов. Игорь Станкевич, Белсат. Протягивая расти тиск на незалежную журналистику, Министерство информации заблоковало сайт куку.орг, а у Карелічах затримали засновальницу и редакторку мясцовага сайту Каролину Князькову. Тем часом, после 15 сотняў арышту на волю вышел наш коллега-журналист Белсату Игорь Ляш. 24 листопада его затримали во уласной кватеры, где провели пиратрус. Суд Центрального района Менску обвиноватил журналиста за акцию, якой той не удельничал. Безумоўна, гэта вайна, гэта паляванне на незалежную журналістыку. Маі 15 сотняў арыштах, гэта помста за маю прафесійную дзейнасць. І плюс гэта элемент ціску на маю жонку, якая знаходзіцца пад крымінальнай справай у СІЗА. Завтра у Ігра і Ляша ягонай жонкі Кацярыны Андрэевай гадавіна шлюбу. Гэтае свята ён будзе адзначаць адзін. Кацярыну абвінавачваюць у арганізацыі ды падрыхтоўцы дзеянняў, што груба парушаюць грамадскі парадак. Максімальная санкцыя паводле гэтага артыкулу – пазбаўленне волі да 3 гадоў. Кацярыну і нашу аператарку Дар'ю Чульцову адправілі пад арыш на 2 месяцы да 20 студзеня. Тем часом минули уже 4 месяцы с дня президентских выборов. Протесты и хвалявания на державных предприемствах не спыняются. Что правда, их форма изменилась. У які бок ведая Алена Дубовик. 35 особо долучилися до страйку, 940 вийшли з проуладного правзвязу. Гэткія виніки забастовки на предприемстве городня Азот. Те цифры, которые озвучил глава первичной организации «Белхим профсоюза» провластного Ражинский,
Мне кажется, что они слишком скромные, потому что только за август покинуло больше 500 человек. Большой наплыв ожидается после Нового года, вернее, даже в преддверии Нового года, потому что люди ждут, как обычно, свои подарочки за взносы, которые они заплатили. На беларускім металургічным заводзе лік тых, хто афіцыйна далучыўся да страйку, больш сціплы – 10 асобаў. Яшчэ дваім за актыўную пазіцыю не працягнулі контракту. На знак солідарнасці з калегамі звольнілася і працаўніца ідэалагічная службы Сняжана Пагодзіна. Я видела, как все пазлики собираются для того, чтобы ущемить человека, сделать так, чтобы он боялся высказать свою точку зрения. Многие ребята уходят и уходят очень тихо, дабы не было никаких преследований. Колькасць звольненых ціха невядомая. Тыя, што працягваюць працаваць на заводзе, распавядаюць пра падпольны рух і спробу ўтварыць незалежны прафсвяз. Мы подалі дакументы на рэгістрацыю райсполком, дакументы на рассмотрение. Ждём месяц для рассмотрения, для дальнейшего внесения решения. Общая численность поданных заявлений на сегодняшний день составляет более 200 заявлений. Это все работники завода. Заявления в открытую собирать не разрешает руководство, агитировать тоже не разрешает. Все так, сугубо в курилках. Некалькі дзён таму на заводе у курилках прибрали лавки, да забаранили збираться больше, як двум людям одночасно. У дачыненні четверых работников беларускага металургічнага заводу распачали криминальную справу за спробу баставать. Усе работники, якія долучилися до стачки, звольненные. Да, мы имели право на стачку. Но эта стачка, там столько условий. Мы их пытались 17 августа эти все условия как-то с юристами правкома как-то сделать все по закону. Но к нам, так скажем, не пошли навстречу. В Беларуси я намерен искать работу только при другом президенте. Выход с проуладных профсоюзов, долучение до страйкама, узвольнение на знак солидарности, итальянские забастовки. Все это должится на державных предприемствах четвертый месяц. Если тогда это был эмоциональный порыв такой, да, то сейчас это такой осознанный протест людей смелых с активистами, ну, скажем, до расправы пытаются устроить. То есть там караулят их исполнение трудовых обязанностей, там. Время прихода, ухода на работу, ну, то есть исполнение инструкций всевозможных. Не глядячи на супрацьстояние, до страйку долучились працоўныя Беларусь-Калію, городня Азоту, Белазу, БМЗ, Менского моторного завода, Нафтану, тытунёвая фабрики Нёман и белорусская чыгунки. Алена Дубовик, Белсат. Мы протягиваем объектыву. Нават 6 годами позбавления воли могут покарать 27-годового жихара Витебску Владислава Маковецкого. Его виноватить у гвалте ти погрозе гвалту относно працовника силовой структуры. Его больше за 2 месяца утримливают под варты. Сегодня отбылося первое поседжение. Надея Бельская протягнет тему. У Витебску судили 27-годового Владислава Маковецкого поводле 364-го криминального артикула за удел у мирном шесте 6 вересня. Як доказ гвалту, типа грозы гвалту у дочинении милицианта, фото Владислава с гумовым дручком над головой працовника. Я не могу в это поверить, это невозможно. Просто-напросто. Вот. Такой ситуацией мог оказаться каждый. И как себя повести в этой ситуации, ну, это невозможно, пока не окажешься там. Со стороны, может, и выглядит это странно, но мой сын никогда, я вам говорю, никогда, он никогда не дрался, он никогда ни с кем не вступал в перепалки, он всегда пытался договариваться. Владислав Мастак – коллекционер, разбер и автор 23-метровые драуляные лыжки. Отповедный артикул можно знайти на сайте Менского облвыканкаму. Теперь, поводле слова, у пресс-секретарки Министерства внутренних справ Ольги Чемодановой мужчина – один из активных удельников нападу на працовников милиции и коллекционер фашистской символики. Он реконструюет и обновляет войсковые артефакты, ствержая мать. Эти речи подчас пиратрусу конфисковали. Прокурор целенаправленно как бы старается его засадить, всячески подсказывает двоим так называемым потерпевшим сотрудникам милиции. То есть не то, что наводящие вопросы, а реально подсказывает им, как и что говорить. Ну и
мне кажется, судья не особо хочет разбираться. Как бы. Вот у них стоит цель просто показательно просто посадить человека очередного. Поводле мати Владислава, у той день он спробовал спынить махчимый гвалт. Коли гумовый дручок выпал из рук милицианта, Владислав его поднял и кинул у інший бок. Обратите внимание, за то, что на сотрудника милиции посмотрели плохо, и он от этого упал, да, уголовное дело. За то, что сотрудники милиции проявили жестокость, мне, например, неизвестно, чтобы было возбуждено хотя бы одно уголовное дело, и кто-либо пристал перед законом. Поводле того самого артикула, у Витебску судили 29-годового Олега Яфременко. Нібито 13 вересня на 6 он учинил гвалт относно працовника МУС. Олег отримал 4,5 года позбавления воли. Надія Білецькая, Белсат. На 85-м годзе пайшоў жыцця першы прэм'ер-міністр незалежнай Беларусі Вячаслаў Кебіч. Паводле родных, ён памёр ад наступстваў каронавіруса. Палітык быў сярод тых, хто падпісаў белавежскія пагадненні аб ліквідацыі СССР, а таксама быў галоўным супернікам Лукашэнкі на выбарах 94-го году. А што яшчэ памятаюць беларусы пра Вячаслава Кебіча? Савет міністр возглавляў до этого до Лукашенко, и вместе с ним на выборы шел. Вот и все. Что я могу сказать? Я голосовала супроть его в 94-м. Все, кропка. Коммунист. Не мой человек. Я за него в свое время голосовала, когда он баллотировался в президенты. Он был премьер-министром, мне он очень нравился. Поэтому я считаю его очень адекватным человеком. Я помню те дебаты, которые проходили, и я помню, как он задавал Лукашенко вопрос о том, что Лукашенко говорит, я подниму все заводы, а он говорил, а что, я не хочу разве поднять заводы? Вот объясните, Александр Григорьевич, как вы поднимете заводы? Вот это я помню прекрасно. Я считаю, что, ну, это был, в общем-то, такой сильный претендент и довольно хороший, так сказать, руководитель. Не разбить, не спынить, не стрымать. Сёння спаўняецца 129 гадоў з дня нараджэння класіка беларускай літаратуры Максіма Богдановіча. Мы выйшлі на вуліцу Менску і папрасілі мінакоў прачытаць ягоны верш «Пагоня». Сёлета гэты легендарны твор атрымаў шырокую вядомасць у якасці аднаго з сімвалаў пратэсту супраць рэжыму Лукашэнкі. Только у сердца тревожным почую за краину родимую жах. И вспомню вострую браму святую и вояков на грозных конях. Белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипять. Стародавние литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. По пятьмерную даль влетите, а за вами, под вами, а ты. Вы за кем у погоню спешите, где шляхи ваши идут и куды? Мой яны, Беларусь, понеслися за твоими детьми уздагон. Что забыли тебе, одраклися, продали и отдали у полон. Бейте у сердца и убейте мечами, не давайте чужинцами быть. Хай почуют, як сердце ночами, об родимой сторонце болить. Мать родная, мать краина, не устишится гэтаки боль. Ты пробач, ты прими своего сына, за тебе ему умерти дозволь. Всю лятуть и лятуть тея кони, срэбная сбруя далёка хрымяць. Стародавней литовской погони не разбить, не спынить, не стрымать. Ну а на гэтую хвіліну у мяне пакуль уся інфармацыя. Больш навінаў шукайце праз наш тэлеграм-канал. У час блакавання сеціва і сайтаў гэта пакуль надзейны спосаб аставацца ў курсе апошніх навінаў. А эфір працягне праграма «Размова», якой магла быць кніга пра беларускую рэвалюцыю. Пра гэта разважаюць Уладзімір Мацкевіч і пісьменніца Яўгенія Пастэрнак. Ну а ў студыі працаваў Кірыл Смяглікаў. Добрага вам вечару і заставайцеся з Белсатам.